Ребята, всем доброе утро. Лика собирается в школу. О, уже позавтракала, сейчас умывается и топает в школу. А я буду сейчас, Миланка уже так рано сегодня проснулась. Буду заниматься Миланой, буду греть кашу, сейчас делать чай. В общем, все собираются по своим делам рабочим. Кто тут лежит, а? Милана проснулась, включила мультик. Милана сегодня что-то рано так проснулась, да, солнышко? Нет, Милана, я спала, но я не проснулась. Ты очень рано проснулась, Милаш. Милана сегодня проснулась в 7:30, начала крутиться и что-то вообще никак. Потом уснула, потом опять проснулась. В общем, что-то Миланка... Пока сегодня... я уснула, потому что испугалась на мой сон. Что там тебе приснилось? Страшное. Что? Мультик какой-то страшный. Дети насмотрятся мультиков, потом им снятся страшилки. А я не смотрю такой мультик. Зачем тебе приснилось? Я вижу такой мультик в телефоне. Там... Ну вот в телефоне игры всякие вы. Играете, смотрите мультики, и они всякие страшилки снятся. Поэтому надо добрые мультики смотреть. Понятно? Смотрю добрые. Мой сладкий котенок. Сейчас мы идем тоже умываться. Кушать, да, солнышко? Мы сейчас будем завтракать. Я на завтрак решила покушать салат. Вчера делала салат. И на завтрак буду салатик и кофе. Слушай, я же хотела вообще-то творожную массу. Ладно, уже не надо. Ешь майонез. Действительно, майонез вкуснее. Полезнее. Ну, тут, кстати, я не очень много майонеза положила. Еще я вчера купила вот такой... Кстати, да, я хотел пожаловаться. Ну, кому мало майонеза, сами себе уже в тарелку добавлять. Я не люблю, когда в салате прям вот очень много майонеза, когда салат прям вот плавает в майонезе. Я не очень это люблю. А майонез можно всегда самому себе доложить, правильно? И вот такое вот я вчера печенье купила овсяное. Кстати, очень вкусное. Вот, в общем, мы сейчас будем завтракать. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Мы выехали в Ашан. Сейчас заедем в Ашан. Нам нужно... Ты куда? Ты чего? Я там хотел туда поехать, а в машину. Поедем так. Нам нужно для челленджа, в общем, найти клей. У нас в комментариях часто пишут, что для слайма желательно клей там такой-то, такой-то. А он продается в Ашане. На самом деле, по крайней мере, мы были в Ашане. Ни в одном, ни в другом Ашане нет вообще клея. В одном вообще никакого клея нет, что вообще странно, если честно. Да это все, блин, блогеры для слайма. Да, блогеры, да, все скупили. А в другом Ашане что было? Ничего не было. А, клей-карандаш только был. Клей-карандаш как-то был. Нет, карандаш везде есть. Нет, в этой машине вообще никакого клея не было. Да? Вот. А потом еще там нам писали, что в буквоеде есть клей. Вот в буквоеде какой-то был клей прозрачный с красной крышечкой, но мы почему-то подумали, что он, наверное, будет не очень. Но сегодня читала еще раз в комментариях, какой клей для слайма хороший тоже. Я думаю, что это был именно он, тот клей. Помнишь, прозрачный с красной крышечкой? В общем, да, мы перепробовали очень много разных видов. И, честно сказать, нам пишут, что клей луч не подходит для слайма. На самом деле подходит. Вот мы делали позапрошлое это было видео. Кто не видел, заходите на канал Мимишоу, смотрите. Получился очень хороший слайм. Неплохой слайм, может быть, даже еще может быть и лучше, да, но был как бы неплохой слайм. В общем, нам нужно сейчас, мы решили в другой Ашан поехать и надеемся, что в другом Ашане будет клей, который нам советуют, мы его найдем и мы его купим. И сегодня, наверное, будем снимать слайма, посмотрим. Ну и заедем, раз уж едем в Ашан, будем в торговом центре, заедем, посмотрим, что там новенького, может что-то появилось. Я себе так и не купила пальто, потому что нет того, чего я хочу. А лишь бы что-то взять, я не собираюсь, лишь бы что-то взять, покупать. Что ты смотришь? Вот, так что...
на улице идет дождик, так моросит. Мы приехали в торговый центр «Лето». Это «Лето», да? «Лето», да. Просто были недалеко, и в этом Ашане мы еще не смотрели клей, так что забежим сейчас, посмотрим. Может быть, здесь будет. Ну и вообще зайдем в Ашане, посмотрим, что есть. У Лики ручки закончились. Кстати, у Лики закончились ручки. Надо ей купить пилот, потому что мы недавно, помнишь, покупали ей ручки? Я вчера удивилась. Она говорит, закончились ручки. Синий стержень. Сейчас зайдем, посмотрим. Сейчас зайдем в Зарину, посмотрим, что здесь есть. А, смотрю, в Зарине вторая вещь в подарок. Как акция проходит. Так что, может быть, сейчас что-нибудь себе присмотрю. Я бы хотела бы какой-нибудь... шот, я не знаю, что-нибудь, в общем, вот интересненькое, тепленькое. А смотрите, какие сумочки здесь. Это такая детская сумка. Платье завезли. Такие нарядные детские к Новому году. Сейчас же утренники в садиках скоро будут. Нам сказали, что нам на утренник нужен наряд куклы. Прям столько нарядов позавозили, интересно. Смотрите, какое черное платье. Хоть я не люблю черное, черный цвет. Он такой симпатичный. Так, мы уже зашли в Ашан. И нам нужно еще посмотреть подарок. Нас на день рождения пригласили. На детское день рождения, я имею в виду, в общем, какой-нибудь подарок для мальчика. Я даже не знаю, что. То ли, может быть, какой-то самолетик, то ли, может быть, робота. В общем, сейчас будем смотреть, если что-то увидим. Тут пока для девчонок все. Мы уже потихонечку смотрим. Если что-то интересное увидим, то, может быть, уже к Новому году будем... подарочки покупать, будем прятать пока и складывать, в общем, подарки к Новому году. Тесто-конструкторы нам не нужны. Робот-трансформер, нет? Башмак. Превращается в башмак. О, смотри какой. Киберраптор. Робот со светом и звуком, смотри. Нет, так оно нужен пистолет. Наш папа почему-то решил, что подарок будет хороший, это пистолет. Посмотри какой. Бластер какой-то. Киберраптор. Чего это там убил? О, это вещь. Нет? Не, не знаю. Будет ли ребенок играть? Конечно, ты чего? Хотя плюс 6. А, плюс 8. Слушай, ну это еще рано. Ничего. Нам надо плюс 6. Плюс 7 максимум. Не знаю. А что это такое, Ля? Набор световой. Лук и стрелы. Как у Миланки. Как у Миланки. Меч, меч такой. Ой, ой. Повесь, пожалуйста. А, полетела. Ух ты, набор оружия 3 богатыря. Да что ж теперь все летит? Все летит, падает. Ничего себе. Прям все по-взрослому. Да, тут не помню.
А заряжать как? Слушай, мы такое подарим, нас выгонят. Ну и что? Ну и что, да? Ой, я не знаю, как-то я бы что-то другое посмотрела. Какой-то самолет, какой-то паровозик, какого-то робота, может быть. Так, подожди, это черное. Это стержень-то черный? Подожди, не понимаю. О, шариковая ручка, это вот это. Черная. Да, это тоже черный чернил. В смысле бесцветными чернилами? Это бесцветные чернила. Как это бесцветные? Ну, пропадают чернила. Слушайте, вообще в последнее время синие ручки пилотовские проблемы а купить. А, черного цвета. Я говорю, черного цвета. А что ей взять тогда? Она еще любит, чтобы тонкий стержень был. Ну вот это. Слушай, ну про. А их тут не откроешь, да, проверить? Ну они, по-моему, тонкие. По-моему, тонкие, да, тут стержень. Вот проблема пилотовский. Пилотовский дольше. О, а это что такое? А, нет, это гелевая, лика гелевая не хочет. Так, а это тоже гелевая. Нужна шариковая синяя. С синим стержнем. Чем-то черные только или гелевые. Ну ладно, вот такие возьмем и. Ну и что, клея нет? Вот посмотрите, уже третий Ашан, клея нет. Идем, может, спросим у кого-нибудь, у продавцов. Это вообще никакого нет клея. Какой там? Опять карандаш только и все. Есть? А того, что надо, нету. Того, что надо, нет. Давай спросим, может быть, на складе есть. Вот только вот карандаши или вот такие вот, ну, корректоры. Все. Больше нет. Пойдем спросим у продавцов. Там вот раскладывают товар. Может быть, правда, на складе. Клей. Сейчас возьмем еще вот такой вот йогурт. Смотрите, появился новый вкус. Печеное яблоко с корицей. Надо будет взять, попробовать. Сейчас срок годности гляну. Манго возьмем. Да, Мандолина. Смотри, я говорю, появилось новый вкус. Печеное яблоко с корицей. Мандолина. В общем, мы зашли за клеем. Клея нет, но мы, как всегда, набрали всякого разного. Так, это что? Это с лимоном. А забери всяких разных. Давай возьмем с вишни. Очень вкусная с вишни. Так, срок. Аж до декабря. С вишни возьмем. А с манго. Главное, ну, чтобы пару дней срока было, мы успеем. До 18 декабря. Не, я говорю, мы успеем сесть за пару дней. Так. С манго возьмем. Что еще? Все, наверное. Ну, клубничку бери. Это что? А это что такое? Маракуйя, не маракуйя. Клубника? Не, клубника, кстати, невкусная, если честно. Я думаю, хватит, да? Ну, все, поехали. Взяли, в общем, еще кашу. Вот такую у меня как раз заканчивается. Мармелад. А шоколадку Миланка очень любит. Она Аленка. Ну, маленьких не было, были такие. Ананасы еще взяли. В общем, всего набрали, кроме клея. Клея нет. Сейчас заедем в буквоед. За клеем. Посмотрим там. Так, ну что, все на кассу, да, идем. У нас идет дождик. Сейчас Лика позвонила уже. Закончились уроки. Сейчас быстро ее захватим, подхватим по пути. Нет, не здесь, да. Пойдем в другом отделе. Он есть. Вот здесь мы видели. Вот, смотри, вот такой только вот есть это, клей. Это ты считаешь красный крышечек? Нет, скоро. У тебя нормально все? Вот смотрите, ребята, есть вот такой клей. Есть момент. Ты кого нашла? Кого-то нашла. Есть вот такой клей роллер. Даже все не то. Кто его знает? Посмотрите, что еще есть. Я сказала, клей момент. Гель. Слушай, может такой попал? Ну, не тут для склеивания, но я не знаю. А вот еще есть вот такой. Офис. Слушай, это какой-то, ты знаешь, вообще вот что творится. Три Ашана, ни в одном Ашане нет клея. Это что, не то? То не то, да. То не то, не то. Вот не что, то, не, то. Говорю, не то. А где его? Вообще а нет клея. Да нет у вас буки, а только луч. Только луч, все. Ну, значит, все. И где мы еще посмотрим теперь? Не знаю. Кошмар. И в Окее тоже особо нет.
Там есть клей, помнишь, который свернулся, как этот творог стал. Помню. И все. Пойдем, ладно. Ну пойдем. Так, Лика хочет себе выбрать чехол для карточек. Единорог ли, конечно. Любопытная сова. Ой, смотри, какой котик. А может, ежика? Не хочу. Тут огромный выбор. Мне вот папочки понравились. Ой, Лик, там вот сиреневый какой-то красивый цвет. Да, конечно. Авокадо. Я все то смотрю. Ой, смотри, какой прикол. Лик. Смотри, какая кошка. Кошка-балерина. Нет. Тебе поменьше, да, надо? Чуть поменьше. Ну, здесь вот они... Ой, побольше. Тоже карточки. Для карточек. Для карточек... Карточки вставлять туда. А. Сколько? Отдаешь. Что ты выбрала? Это... Вот. Нет. Ну да. Ну смотри. Что, похоже, да? Маленький принц. Вот. Нет? Чё? Я не хочу я балерины. Единорога. Ну что? А вот здесь смотрела наверху? А? Ой, не вообще-то. Что нравится, покажи. Не, ну так ничего, ну какая-то не ярко. Да. Я смотрела, я их только повесила. Смотри, какая яркая, прикольная. Не хочешь такой? Че, что-то не догоняю? Ты? А смотри, кошечка. Ой, это пингвинчик с мороженым. Нет? Вот такой, смотри. Так ты мне скажи, что ты выбрала вообще? Кактусик. Покажи. Кактусик. А я вот такую вот взял бы. Я тоже ей показала. Да, я тоже показала яркую. Вот она, да, вот. Мими бьюти. А вот такую не хочешь? Я такую точно не хочу. Бери уже что-нибудь, да пошли. Уже времени нет. А Биби не хочешь? Любопытная сова. Биби не хочешь? Мечтать. Ты Биби не хочешь? Я не хочу Биби. Почему? Как-то так сложились обстоятельства. Не хочу я Биби. Ладно, давай бери и пойдем. Может, с Солушкой? А может, с маленьким принцем? С маленьким принцем? А ты что, не мечтала сказку? Нет, с маленьким принцем точно не надо. Так. Мечтательная сова, давай мечтательную сову. Это какая именно? Ой, смотри, возьми вот такую. К чему мне лама? Ой, такая хорошая. Юникорн и лама. Вот. Вот это? Вот, да какой? Вот это. Вот это? Вот тебе упало, Лика, то, что ты берешь. Все, вот что упало, то и берешь. Пойдем. Сейчас все упадет, мама. Сейчас все упадет, поправь. Держи. А? Я же сказала, держи. Тигр, тигр. Нет. Лёва, Лёва. Помните, вы искали? Папа уже уснул. Не могли найти. Что какие бумажки? А это не то. Она не такая гофрированная. Вот смотри, какая-то зелененькая. Там дальше, дальше, дальше. Ух ты! Ух ну, ты! Ну тихо. Чего? Да все они ух ты. Давай, 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 давай еще. О! Маленький принц. Ну что, все, не достаю. Ну так что? Выбирай сама какая-то. Вот эта белая, она будет в ужасном состоянии. Вот такую точно берешь. Почему? Ну, потому что я знаю себя. Ты свинюша? Да. Лик, точно это? А вот это желтенькое, это что такое? Я так и не видно. Ай-яй-яй-яй. Мечтательная сова. Вот такая прикольная. Ты не, ты не мечтательная сова? А? Нет? Лик, есть давай. Есть такая смотрифиолетовая совушка. Мне цвет не очень нравится. Все это заберем, как раз от меня показывают, какая я, когда я захожу в школу. Нет, я сегодня такая иду в школу, такая. Подхожу к школе, такая. С хорошим типа настроением, да? Ладно, иди, давай пойдем покупаем и все.
какая красная. Ух ты. А это я. Вот, вот такая вот я подхожу в школу, а такая захожу в школу. Такая вся пушистая, да? Да. Ну, красивенькая. Она будет прозрачненькая, здесь такая карточка. Так, мы идем в фикс прайс. Выбора нет, да? Так, в общем, мы идем в фикс прайс, потому что клея нигде нет. Ты где там? Клея нигде нет. Это какая-то вообще проблемка с клеем. Никакого нет. Вот вы сами видели. А? Ну, да, луч берем и все. Другого варианта нет. Да будет. Но, да, но если вы в этом фикс прайсе не будет, тогда в другом посмотрим. Там точно есть. Потому что вообще, представляешь, в три Ашана нет клея. Буква Е нет. Но мы сегодня были в одном, но мы были несколько дней назад в другом и еще несколько дней назад, то есть в третьем. И нет клея. В буква Е нет клея. В азбуке только вот луч, супер луч и просто луч. Вы вообще... Ужас. Зашли, взяли клей. Смотрите, какие здесь появились. Смотри, ластики. Ну, да. Смотри. Значит, еще такие. Ну да, такие яркие, прикольные. Ну, а еще такие. Угу. Да, давай. Ну, здесь как будто в виде робота или корабля. А типа есть там все? Угу. Да. Прикольненькие такие. Ладно, все, нам пойдем. Это не надо, да, ластики? Не нужны? Нет. Нет, ну все, пойдем. Всем привет, мы себе накрываем вот это. Мэджик, да? Давай покажем. Еще есть вот такое мне. Да, в тот раз мы брали мелонки, вот такая волшебница попалась. Все воды. А здесь мы не знаем, кто попадется. Угу. Шляпа у этих фей меняет цвет. Ну-ка, открывай, посмотрим. Что же там тебе сегодня попадется? А? Синька. Синька? Это не такая же? Нет, редкая у нас. Ух ты, смотрите какая. Ну-ка давай посмотрим, как зовут ее. Я знаю. Такая шапка? Я знаю, что у нас такая попадется, потому что у нас была такая дырочка, и вот тут я угадала. Вот она. Угу. Стреляйте, ребята, угадала. Так, Тили, вот она, Тили, угу. Мама, а тогда у нас попалась Эрис, да? Эрис. Такая, пожалуйста. Ой, ребят. Тили, фея тумана, Милана. Фея тумана. Здесь вот такая небольшая сказка. Она меняет цвет, розовый. Нет. Так. Нет, это просто ее подруга, видишь, Милаш? Нет, смотри. Покажи. Ну, да. Посмотрите, какая красивенькая. Ну-ка, давай открывай. Сможешь открыть? Нет. Нет? Давай я открою. Ну, девочка, смотри. Миланки сегодня починили куколку, да? Там батарейки просто не работали, новые батарейки поменяли. И куколка теперь работает, да, Милаш? Миланка сейчас кушать идет, мы уже поели. А Бисик чуть потемнее, а не легкие. А Миланка не хотела, мы раньше кушали. Сейчас Милана покушает и пойдет отдыхать уже. Ребята, Алика будет видео монтировать, да, Алика? Да. Ребята, вы знаете, что Бисики потемнее, они растут. Мы снимали, да, на Милашкин канал сейчас интересное видео с арбизами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ссылочка в описании под видео. У нас всегда весело. Ой, ты моя хорошая. Да, у нас всегда весело, смотрите, правильно. Попались... А пойдем покажем, сколько у нас арбизов. Пойдем. Пойдем покажем. Восток, смотрите. Смотрите, сколько у нас здесь арбизов. И они только-только начали расти. Вы представляете, что... Милаш, мы, наверное, их прям вот так с вазой или в ванну наберем воду, я не знаю, потому что они вырастут раз в пять. Раз в пять? Милаш, не надо, не мочи уже ручки. Да, Милан, они все повываливаются из вазы, поэтому мы их на ночь просто в ванну закинем. Но ты представляешь, мы только их положили вот сюда в вазу буквально минут 10-15 назад, и вот так вот они уже выросли. А были совсем на донышке.
На дне были. Вот посмотрите, как они выросли минут за 15. Вот, ты представляешь, Милашка, утром смотрите, проснемся, что с ними будет? Смотрите, я поймала. Да, они такие красивые, разноцветные. Так, ты тоже растешь. Чего ты не растешь? Давай. Ну, а же они все вырастут. Всем, ребята, спокойной ночи. Ребят, всем пока-пока. Ну,